смотреть на все эти рассказки. Итак, мы находимся в зале шоколадной фабрики, в зале клуба «Шоколадная фабрика», где основные участники буфеста со столиками. Там питерское издательство «Красный матрос», легендарное издательство, ему уже 15 лет исполняется в этом году. И это Михаил Сапев, главный «Красный матрос». Это Митьковские книги. Митьковский, одно из лучших современных исследований от отрочества Забаровского. Там в углу у нас еще столик, да? Это объединение «Арт-труд». Мы сейчас туда пройдем. Вот такие они замечательные вещи делают, валенные из всяких прекрасных штук. Совершенно фантастический проект, который называется «Бюро находок». И я про него даже не знаю, что сказать, потому что как только я к ним подхожу, чтобы посмотреть какие-то предметы, меня пробирает без причины радостный смех. Вот целый чемодан совершенно роскошных записных книжек, которые оформлены как старинные книги. Все, все про все. Очень, очень полезные вещи, очень полезные. Вот это например, визитница. Да, для руководящих работников. Издание адресовано руководящим работникам предприятия. А сзади характеристика тех работников, которые работают на руководящих работников предприятий. А вот основы психоанализа и психологии. Да. Винни-Пух и все-все-все. С классификатором основных психотипов. Это тоже визитница. А вот здесь основные психотипы и их параметры. А вот еще один питерский гость, художник книги Григорий Кацнельсон, у которого свой проект «Асфальт издат». Это самый вольный издатель, который только возможен в природе, потому что свои книги он делает в единственном экземпляре руками. Это малотиражное издание. Максимальный тираж 100 экземпляров, минимальный 5 экземпляров. Это обусловлено тем, что мне нравится делать уникальные вещи. Фальшивые обложки для книжек, они называются антибуки. Это такой своего рода фан, рассчитанный на людей, которые в основном есть в общественном транспорте, они читают детектив, а снаружи у них написано какой-нибудь трэш, например, где помыться в московском метро. Их покупают в подарок, и они божественно прекрасны, у нас их очень-очень много, и они продаются по всей России. В основном они хулиганские и неприличные, но есть и вот такие, вполне пристойные. Все.